Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале питомника Марини Стик. Сегодня 27 февраля 2024 года. И наш красавчик Чиба Чироки нашел себе любящую, заботливую семью, в которую он переедет жить через недельку после плановой кастрации. И самая радостная для меня новость – это та, что наш красавец Чиба Чироки едет жить в пару к выпускнику нашего питомника Пигмалиону. Дорогие друзья, кто помнит Пигмалиошу, черный с белым наш красавчик, который переехал жить от нас, ну, где-то полгода назад в новый дом уже в возрасте года, и постоянно такой был конфликтный, дрался с нашими другими пацанами. Сейчас он живет в Санкт-Петербурге. И новая семья очень довольна Пигмалиошей. Решили приобрести ему в компанию тоже подрощенного именно парнишку. И влюбились в нашего Чироки. Сказали, как его увидели, сказали, это их парень. И они его готовы забрать к себе в семью. Я очень рада за Чиба Чироки. Он поедет жить к Пигмалиоше, с которым они уже знакомы, поэтому я думаю, что конфликтовать не будут. Нам осталось только подождать наш ветврач, когда сможет провести операцию кастрации и, скажем так, подлечив после кастрации нашего Чироки, мы его отвезем в Санкт-Петербург прямо на адрес. В новый дом, в новую семью. Давайте поздравим парня с приобретением новой любящей и заботливой семьи. И мы еще с ним не прощаемся. Увидимся чуть позже. И я с вами, дорогие друзья, прощаюсь ненадолго. Увидимся в новых видео о жизни нашего питомца. Всем пока-пока и до новых встреч. Так, главное, не прыгни у меня отсюда, красавчик наш. Да, красавчик.